Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня я продолжаю работу над горизонтальным стабилизатором моего ВАНС-10 самолета. Итак, собственно, к чему мы пришли? В предыдущем видео я собрал и полностью подготовил для горизонтального стабилизатора main spar. Собственно говоря, это был задний spar. Сегодня я буду разрезать детали, из них изготавливать еще более меньшие детали. После этого я перейду к работе над передним spar. И после этого, я так надеюсь, я успею все-таки приготовить все для покрытия праймера. Но если нет, не беда, тогда это будет в следующем видео. В любом случае, я заметил, что философия сборки горизонтального стабилизатора здорово отличается от философии сборки вертикального стабилизатора или радара. Если вы вспомните, как собирался радар или как собирался вертикальный стабилизатор, мы брали все детали, вначале сажали их на гликозы, после этого досверливали отверстия, подготавливали их, потом все это дело разбирали, покрывали праймером, ну и заново собирали уже на клепках. В данном случае производитель предлагает нам вначале собрать передний spar, то есть передний лонжерон. Задний лонжерон. Затем производитель предлагает собрать передний лонжерон. Причем каждый раз они предлагают, вот вначале соберите эту деталь и заклепайте ее. То есть сначала клика, потом детали. То есть как будто бы вы собираете из меньших деталей большую деталь. В принципе, это интересный подход, он мне нравится. Единственное, что я все пытаюсь это как-то к праймингу подвести, то есть как бы до того, как я все это соберу, чтобы сделать прайминг, потому что я немного ограничен в возможностях готовить помещение под прайминг, но вот я сейчас думаю над тем, как лучше все-таки это сделать, потому что дальше будет больше деталей, и наверняка такая философия сборки будет повторяться в последующих деталях, в крыльях и в фюзеляже. В любом случае, на сегодня у меня задача минимум или максимум, я не знаю, как это назвать, но просто продвинуться вглубь сборки горизонтального стабилизатора, посмотреть, докуда я успею дойти, а вы это все увидите. Ну что, давайте наблюдать.
после некоторого времени раздумий, как все-таки мне покрывать праймером мои детали, я пришел к выводу, что, конечно, что-то нужно изобрести, сделать, потому что, ну, разлетается праймер, если вот просто в открытом пространстве работать. То есть, ну, первое, конечно, я пошел и купил комбинезон для покраски, чтобы одежду защищать, это само собой. Вот, у меня был комбинезон, но он был пластиковый, прозрачный и некачественный, этот гораздо лучше. Ну и самое главное, я взял рулон обычной пленки, то есть я не знаю, эта пленка для чего используется в обычной жизни, но скорее всего вот именно для таких целей, то есть такая достаточно плотная пленочка, по длине порядка там 50 метров взял, по высоте она стандартная, это наши потолки здесь 8 feet, то есть это, наверное, 2.40, я так понимаю, 2.50, вот, я ее степлером прикрепил к потолку по окружности, снизу малярным скотчем закрепил к бетону. Временное решение такое, то есть внутри там получается как бы камера, в которой я смогу работать. Ну, своеобразная камера, конечно, это не камера и далеко от даже от напоминания камер, но тем не менее функцию свою должна выполнить, то есть должна плотно удерживать все, что вылетает из покрасочного пистолета и, соответственно, давать этому только оставаться внутри помещения. А потом, как только все осядет, то нужно будет, конечно же, целлофан поднять и открыть ворота для того, чтобы проветрить это все. Вот. Но я думаю, что я так и оставлю это все закрепленное под потолком. Единственное, что я буду так вот рулончиком скручивать до потолка и под потолком как-то это фиксировать, я подумаю, чем-то простым тоже. А почему я так хочу сделать? Потому что, ну, смысл постоянно прищелкивать этим самым степлером и обратно вешать целлофан нету, а это пространство я больше ни для чего использовать тогда не буду. Я именно как бы в нем оставлю целлофан, чтобы находился под потолком. Это позволит в будущем, когда необходимо, просто его раскрыть, снова закрепить к полу, сделать прайминг и заново, значит, собрать. Поэтому следующий шаг будет, соответственно, покрытие праймером тех деталей, которые я подготовил, и я это тоже постараюсь снять, но не знаю как. Посмотрим, как техника позволит внутри камеры снимать, когда я делаю прайминг, чтобы не запачкать ее. Ну что же, настало время немножечко поработать с покрасочным пистолетом и покрыть праймером детали. Я облачился в костюм, все, защиту приготовил. Теперь время попробовать это все в деле. Итак, первая часть сделана, с одной стороны все покрыто праймером, теперь ждем, пока он подсохнет, переворачиваем на другую сторону и работаем с другой стороны. Запах ужасный, без маски очень тяжело находиться внутри, поэтому останусь-ка я лучше в маске. Ну вот, наконец покраска завершена, и как видите, я аккуратненько все это дело собрал под потолок. Вот в таком вот исполнении, то есть, в принципе, можно всегда использовать, вновь раскрутить, размотать. Ну что же, все на сегодня. Итак, я завершил сегодняшний рабочий день покрытием всех деталей праймером. В принципе, я доволен, с задачей справился. За окном серый дождь, я оставил ворота пока открытые, для того, чтобы свежий воздух циркулировал, чтобы здесь можно было дышать. Уже, кстати говоря, нормально, можно дышать. Значит, все детали покрыты праймером, я даже пошел глубже, я взял сразу скинс, которые будут использованы для горизонтального стабилизатора, и также их покрыл праймером. То есть я их подготовил изнутри и покрыл тоже праймером, несмотря на то, что еще димплинг я не выполнил. Посмотрим, насколько это изменит задачу, насколько это будет плохо или хорошо, что я сделал, и нужно ли будет добавлять праймер в те места, где я буду делать димпл. Мы это увидим. Я просто не хотел терять возможность, так как уже работал с праймером, я хотел сразу покрыть все детали. А так, в принципе, вот это вот все составляющие части моего горизонтального стабилизатора. И в следующем видео я начну работать по сборке основной его части. И, собственно говоря, буду дальше продвигаться вглубь работы. На сегодня все. Спасибо огромное, что смотрите и подписываетесь. Задавайте ваши вопросы, буду рад ответить. Всего доброго, до новых встреч. Пока!